Добрый день! Тема нашего сегодняшнего выпуска – юридические услуги для управляющих компаний. Как я уже говорила в одном из наших выпусков, нашими клиентами являются управляющие компании города Москвы. Поэтому хотелось бы сегодня остановиться подробнее на том, какие услуги юридических компаний востребованы для управляющих организаций. Безусловно, начнем с регистрации управляющей компании. Для того, чтобы юридическое лицо было создано, его необходимо зарегистрировать. Как правило, управляющие компании, чаще всего это общество с ограниченной ответственностью. Но бывают и более крупные организации, у которых организационно-правовая форма – это акционерное общество. Соответственно, для того, чтобы юридическое лицо у нас стало работать, его необходимо зарегистрировать. Общество с ограниченной ответственностью регистрируется в установленном законом порядке. Регистрирующим органом по Москве это является 46-я налоговая. После того, как юридическая организация зарегистрирована, необходимо получить лицензию на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. Вносит у нас в реестр лицензируемый орган – это жилинспекция по Москве. И для того, чтобы внести в реестр по управлению домами, нам необходимо получить дома в управление. То есть, как только происходит процедура выбора управляющей компании, либо на основании решения общего собрания жильцов, либо это по конкурсу, если управа проводит конкурс на заключение договора на управление многоквартирным домом. Как только выбор происходит в пользу управляющей компании, соответственно, пакет документов подается в жилинспекцию, и жилинспекция вносит данный дом в реестр управления конкретно данной компании. Здесь тоже требуется помощь юристов для подготовки документов и направления в жилищную инспекцию. Какие еще могут быть услуги востребованы у юридических организаций? Это подготовка и проведение собраний собственников жилых помещений. Далее, взаимодействие с надзорными органами, с той же самой жилищной инспекцией. Очень много жалоб от жильцов, от ресурсоснабжающих организаций направляются в адрес жилищной инспекции. Соответственно, жилищная инспекция принимает меры и может оштрафовать управляющую компанию. Соответственно, здесь необходима помощь юриста. Далее, какие услуги могут быть востребованы? Участие в судах, арбитражных судах, судах общей юрисдикции в качестве представителя, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями при заключении договоров, далее подготовка протоколов разногласий, если мы не согласны с какими-то пунктами договоров ресурсоснабжающих организаций, взыскание задолженности с жильцов и юридических лиц за услуги ЖКУ, претензионная исковая работа, она может быть как в отношении юридических лиц, так и физических лиц, консультирование по вопросам жилищно-коммунального права, участие в переговорах с государственными органами и органами надзора, помощь при привлечении к административной ответственности. Иногда бывает несанкционированная попытка перенять управление дома другой управляющей компании, то есть здесь тоже может быть оказана помощь, то есть проверить правомерность выбора данной управляющей компании, то есть соблюдены ли все требования жилищного законодательства по выбору данной организации. То есть должен быть протокол общего собрания собственников, проверить правильность проведения собрания, выбора данной организации. То есть здесь нужно будет проводить достаточно большую работу, чтобы проанализировать документы выбора этой организации и указать на все нарушения, чтобы отклонить данную попытку перенять дом иной управляющей организации. Кроме того, зачастую требуется помощь просто провести правовой аудит. То есть проверить все договоры, протоколы, все документы, проверить, все ли договоры по каждому дому, по каждой квартире есть в наличии, пытаться получить экземпляры договоров у тех жильцов, которые еще не вернули свои экземпляры в управляющую компанию. Ну, собственно говоря, вот это вот основные услуги, которые востребованы управляющими компаниями и за которыми обращаются, как правило, в нашу организацию.
Ну, на этом у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы или вы заинтересованы в услугах, которые мы предоставляем управляющим компаниям, мы будем рады вам помочь. Подписывайтесь на наш канал. Все ссылки в описании к ролику. Будем рады вам помочь. Всего доброго!